У биткоина есть все шансы достигнуть 28 тысяч долларов. Так считает основатель компании Standpoint Research, известный криптоинвестор Ронни Моас. Движение цены криптовалюты начнется через 2,5 месяца. Ситуация на рынке пока опровергает этот прогноз. Однако история биткоина не раз удивляла покупателей крутым поворотом событий. По мнению криптоинвестора, в настоящий момент рынок освобождается от слабых игроков. Предыдущий прогноз Ронни Мооса сбылся со 100% точностью. Он спрогнозировал рост криптовалюты до 20 тысяч долларов к началу 2018 года.